Божественно. Сейчас еще минут 5 и продолжаем работать. Друзья, для сегодняшнего обзора я выбрал массажную смарт-подушку от бренда Gelius. Почему я сделал такой выбор? Все просто. Я часто сижу за компьютером и езжу за рулем автомобиля. Я думаю, многие из вас также делают. И когда я сижу за компьютером либо за рулем автомобиля, у меня возникают шейные боли. Из-за этого начинает болеть голова. И чтобы от них избавиться, и от тех болей, я выбрал данную массажную подушку, которая позволяет массажировать мне шею, когда я занимаюсь своим любимым делом – работаю. И поэтому сейчас я про нее вам расскажу. Почему эта подушка идеальна для каждого? Многие из вас не имеют элементарно времени, чтобы пойти в массажный салон, либо просто нет лишних денег для того, чтобы совершить эту же процедуру. Эта подушка совмещает в себе все – экономию средств, массажиста и приятное времяпрепровождение, даже когда вы работаете. Вам не нужно никуда уходить, вам не нужно искать оправданий с вашего рабочего места, либо из дому. Вы просто ее одеваете, и вот вам массажист уже на вашей шее. Просто достаточно включить. Огромный плюс этой подушки в том, что даже если она разрядится, вы можете ее в машине использовать просто как подушка, которая позволяет релаксировать. Прежде чем я перейду к положительным сторонам этой подушки, а здесь только положительные стороны, стоит сказать о том, как она исполнена. Во-первых, здесь впереди есть шнурки и фиксаторы, которые позволяют на удобном положении расположить эту подушку на вашей шее. Вы просто с помощью фиксаторов регулируете так, чтобы вам было удобно и чтобы она надежно сидела на вашей шее. Потому что именно сзади находятся массажные ролики, которые массажируют шею. Поэтому они должны быть впритык с вашей шеей. Материал подушки очень мягкий и нежный. Что-то среднее между микрофлисом и замшем. И на шее сидит очень мягко и комфортно. Люблю такое. А силиконовая подушка внутри позволяет сохранять форму, быть надежной и мягкой одновременно. Эта подушка, как я уже сказал, массажер и имеет инфракрасное излучение. А это означает, что одев ее всего лишь на 15 минут, вы улучшаете циркуляцию лимфы и снимаете напряжение на шее. Два тройных массажных ролика, которые располагаются сзади, массажируют основные точки на шее и снимают напряжение. Но даже если вам не нужен массаж, то материал этой подушки и ее свойства таковы, что даже если вы долго путешествуете, с ней на шее очень приятно это делать. Скорость массажа вы можете регулировать. У этой подушки с правой стороны есть кнопка регулировки интенсивности массажа. Есть три уровня – мягкий, средний и интенсивный. Просто достаточно нажать кнопку сбоку и выбрать интенсивность массажа. Раз я уже подошел к кнопкам, то я скажу, что здесь еще две кнопки есть. Первая – это кнопка включения-выключения, это самая первая кнопка. Вторая – это инфракрасный подогрев. Нажав на нее, вы включаете подогрев. И третья – это то, о чем я уже вам рассказал, это интенсивность массажа. Нажимаете раз – оно менее интенсивно, два – средняя интенсивность, три – суперинтенсивно, если вы уж очень напряжены. Повторяю, 15 минут – и все, вы расслаблены, получаете удовольствие и готовы к работе, либо к путешествиям. Силикон внутри подушки запоминает форму плечей и шеи, и вам достаточно просто ее одеть, если вы никому ее не передаете другому, на свою шею. Форма уже сохранена с прошлого раза, с прошлого сеанса. Все, включаете, выбираете интенсивность массажа и получаете удовольствие от приятного массажа. Не мужскими руками, а подушкой. Подушка оснащена аккумулятором на 1200 мАч, и этого хватает полностью заряженной подушки на час работы. То есть это 4 сеанса по 15 минут. Сбоку находится разъем для зарядки Type-C. Шнур зарядный находится в комплекте, поэтому вы можете не переживать, что вам придется дополнительно где-то его искать. Все есть в комплекте. А если вы любите много путешествовать, то вам достаточно взять шнур для зарядки от прикуривателя, либо Powerbank, и с помощью них заряжать вашу подушку. Ну, также, если вам не нужен массаж, как я уже сказал, просто одевайте подушку на шею, релаксируйте во время путешествия. А для дополнительного удовольствия просто включите, выберите интенсивность массажа, которая вам сейчас нужна, и можете дополнительно включить подогрев инфракрасный. Все. И теперь путешествие приобретает совсем другие краски. Стоит подушка всего лишь 999 гривен. Где приобрести? По ссылке в описании к этому видео. Переходите, приобретайте себе и получайте удовольствие и на работе, и во время путешествий. Лайк, подписка и коммент с вас, с меня. Новые видео, в них и увидимся. Пока!